Твери состоялось важное событие, предваряющее начало работы нового состава городской думы. В территориальной избирательной комиссии Московского района новоизбранным депутатам вручили их главные парламентские документы – мандаты. Напомним, что эта избирательная кампания была наиболее масштабной по сравнению с другими, которые прошли в муниципалитетах Верхневолжья. За 25 мест боролись 172 кандидата, представлявших 8 политических партий. В итоге в Думу прошли представители только «Единой России». Теперь их ждет первое заседание, намеченное на вторник, куда они и придут с этими самыми мандатами. Очень важные слова напутствия прозвучали от руководителя церемонии о том, чтобы слова напутствия, призыв депутатов понимать, что стоит за этими выборами, что стоит за этой процедурой, за этой церемонией, что на самом деле это большая ответственность, большая предстоящая работа, большая ответственность в первую очередь перед избирателями. Поэтому очень хочется надеяться, что большинство моих коллег, как и я вот сам, мы это воспринимаем как некий кредит доверия, который обязывает большой, напряженной работе на благо нашего города, на благо избирателей.